все это совсем ведь недавно. Была наша близость безмерно безгранна, а ныне, а ныне былому не равно. Мы только знакомы, так странно. Завязка вся сказка, развязка страдания. Но думать все время о вас не устану. А может быть снова? Зачем? До свидания. Мы только знакомы, как странно. Спасибо. Настоящее имя другого композитора, о котором я хочу сказать пару слов, Михаил Дейнекер. Несмотря на то, что он родился на полвека позже, в победном 1945-м, ему, как выходцу из дворянского сословия, также в полной мере довелось испытать на своих плечах тяжесть руки пролетарского правосудия. Его дед, офицер, бывший офицер царской армии, расстрелян в 1938-м. Отец, военный летчик, воевавший в Испании, сгинул в лагерях. Мать также арестована, репрессирована. И будущего композитора и артиста воспитывает бабушка, бывшая выпускница школьного института благородных девиц. Вероятно, под впечатлением от ее рассказов о революционной России, о гражданской войне, и появляются первые песни его так называемого белогвардейского цикла «Вас ждет Париж», написанный 15-летним Мишей в 1960 году. И сделавший его знаменитым «Поручик Голицын», написанный годом позже. Сегодня мы знаем его как автора-исполнителя русского шансона Михаила Звездинского. Послушайте самый известный и, на мой взгляд, самый светлый из его романсов стихи Николая Заболоцкого. Околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Сяду словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя женщина, веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Невеста моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, слезами и стихотворениями обожгу тебя добрую милую. Что не исполнится, не исполнится, что не сбудется, то позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это только чудится?